Салам алейкум. Я сегодня прибыл к банку, вынужден оплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за то, что пришел поддержать своих соотечественников в суд. С решением суда не согласен. Мало того, что меня не допустили в суд, продержали в полиции 9 часов. Кроме этого, составили протокол. Вот прошло два суда и на решение 15 тысяч рублей штраф, который я сегодня должен оплатить. Оплачивать деньги я буду из крымского марафона «Чок Саул Джимат» за то, что поддержали, проявили солидарность, собрали деньги, которыми я сегодня вот этот штраф, который я считаю несправедливый по отношению ко мне, буду оплачивать. «Чок Саулнас Берлектехувет» –